Виявляється, квіти виконують не лише декоративну та естетичну функції, ними можна ще й лікувати. Лікарі з давніх часів помітили цю особливість. Медик Едвард Бах у 1933 році запропонував свій вид терапії квітами. І на сьогоднішній день цей метод найбільш відомий і поширений. У своїх лікарняних практиках він використовував розроблені есенції з 38 видів квітів, які застосовував для лікування стресів, фобій і емоційних перевантажень. Ці препарати отримали назву «квіткові есенції Баха». Квіткова терапія спирається на емоційний вплив кольорів на людину в квіткових композиціях. Адже вченими вже не раз доведено, що негативний емоційний стан є однією з головних причин виникнення захворювань. Тож лікарі, використовуючи кольорні поєднання, поліпшують не тільки психічне здоров'я людини, але й мають позитивний вплив на певний орган. Так, наприклад, помаранчевий колір запобігає алергії. Також помаранчеві маргаритки сприятливо впливають на легені та імунну систему, підвищують сексуальний потенціал. Жовтий колір робить наше мислення ясним, допомагає у прийнятті рішень. Зелені квіти знімають напругу, поліпшують роботу легень та серця. Сині стимулюють гормон щитовидної залози. Бузок знижує температуру тіла під час перегріву або опіків, отриманих від засмаги. За всю історію терапії квітами цей метод зарекомендував себе як один з найефективніших і найбільш приємних. Завдяки йому людина знаходить гармонію душі і тіла. Що ж, друзі, до нашої студії вже завітала гостя, флорист Наталя Расковська. Вітаємо вас! Здравствуйте. Наталочка, сьогодні ви прийшли до нас неспроста. Прийшла дійсно осінь сьогоднішнього дня, похмурна, сіра, дощовита. Як з цим боротися за допомогою квітів? Ну, прежде всего, я би хотіла сказати, що природа, вона многообразна, і кожен свій сезон радує нас красками. І люди, к сожалению, іноді забувають о том, що ми частичка этой природи. И мы можем радоваться, мы как часть ее должны радоваться всем этим краскам. И она нам об этом напоминает. И осень как раз такое время года, когда она забирает у природы, вернее, передает эстафету теплым тонам, одновременно теплым и ярким, красочным, поднимая нам настроение. Вот осень передает нам всю теплоту от цветов, от желто-оранжевого восхода солнца до багряно-красного. И когда люди сетуют о том, что у нас плохое настроение, что-то у нас не так складывается, все так неудачно, уныло, однообразно, стоит только посмотреть вокруг, потому что посмотреть на деревья, на листики, которые окрашиваются, опять же, в эти цвета, на клумбу. Казалось бы, вот такие простые цветы, которые растут практически в каждом палисаднике, ну, имеют свое значение. Вот, допустим, хризантема, начиная вот от первого бутона, да, она дает, ну, символизирует долголетие. Георгин, который почему-то некоторые воспринимают, ну, вот просто как цветочек с бабушкиного палисадника, на самом деле он тоже приезжает долголетие, здоровье, силу. И он тоже может перейти от желтого цвета к багряно-красному. Опять же, передавая все краски природы. Рябина – это символ пламенной любви. А также в Украине он символизирует, ну, он еще является оберегом, оберегом для страны. Вот амарантус – это сила и долголетие. Вот такие, казалось бы, простые цветы. А, ну и, кстати, райские яблочки, которые говорят сами за себя. Вот. Хотелось бы узнать, Наташенька, уже понятно стало, что осенний букетик, он, конечно, отличается от летнего. Некоторые люди сетуют на то, что осенние цветы не настолько многогранны, как весенние, летние. Но вот вы нам сегодня доказали о том, что любой цветок, любой сезон, он действительно прекрасен. Чем отличается еще осенний букет от другого? В чем его особенность именно на этот сезон? Ну, как на мой взгляд, вот судя по нашей сегодняшней погоде, пасмурно, дождик. А когда человек хочет сделать кому-то приятное, даже просто заболевшему простую, чтобы прийти, принести абсолютно простой, как бы, по составу букет, он передаст всю теплоту, яркость эмоций и то, что человек, ну, вот вносит в дом радость, теплоту и свое пожелание, опять же, здоровья, долголетия и оберега. Хочу сказать даже, что аромат очень прекрасный, который тоже может поднять настроение.
А вот веточки рябины, я думаю, можно даже чай заварить. Да, и конечно. Помочь простывшему. Да-да-да. Кстати, семена амарантуса, это очень, вот это растение, это очень древнее растение, и употребляя его семена или измельчая его стебли, выпивая сок, ну, в древних легендах говорится, греки, кстати, очень часто это используют. Если принимать эти напитки и кушать их, то вы никогда не будете болеть и будете... То есть прям лекарственный букетик, да, хочется прийти к второму, этот я у вас возьму. А, еще есть, ну, к сожалению, или вот так вот сложилось, что есть люди, которые не очень воспринимают цветы, как-то к ним относятся очень спокойно. У некоторых может быть аллергия на запахи. Да, аллергия на запахи. Так вот, я бы хотела предложить вот такой подарок. Люди, которые, опять же повторюсь, не очень бы хотели цветы, равнодушны к ним. Если вы к ним придете с таким букетом здоровья, опять же, это наша многогранная Украина очень щедрая, и преподнося нам такие плоды, вы принесете виноград, яблоки, ароматные груши, сливы, ну, гранат, чтобы осенью поправить здоровье. Я думаю, что получатель этого букета будет обескуражен. Это не привычная корзина с фруктами, ну, принесли, как обычно, а именно букет. И это будет необычно, здорово, приятно. Вы в то же время преподнесете и букет, и в то же время такую массу витаминов. Насколько здоровья популярен сейчас вот такой фруктовый букет? Ну, вот, скажем так, в Николаеве у нас появляются такие поклонники букетов. Многие возвращаются, и вот начиная с весны, мы начинали в нашем магазине с букетов из листьев салата, морковки, петрушки, потом постепенно весной клубничка, малинка. Я думаю, это еще прекрасный подарок для вегетарианцев. Да, вот мы как раз первый букет, который мы сделали в нашем салоне, это был букет для девушки, которая занимается фитнесом, там вот как раз была зелень, и эту эстафету подхватили дальше. И в зависимости от сезона, ну, появляются новые ягоды, фрукты, и можно каждый месяц радовать новеньким. Были персики, мы делали замечательные букеты из персиков. Это для людей, которые любят фрукты. Также мы делаем букеты из брокколи, бурячка. Был у нас также букет буряк, чесночок, лук, капусточка, и все это настолько органично смотрелось. Просто борщевой наборчик. Да, но вот прийти, сделать просто приятное, когда у человека плохое настроение, так приходите к нему, преподнесли, боже мой, так необычно, приятно. Заботливый муж может прийти к жене с таким набором, а не сварить ли нам борща. Да, в мире эти букеты, ну, как нетрадиционные, популярны, у нас начинают любить. И опять же, у нас есть клиенты, которые приходят, начиная с ранней весны, начинают с корзинок с клубничкой и ежевикой, и вот сейчас приходят к винограду, зимой будут мандарины, апельсины, бананы. Вот, так что прекрасная альтернатива для тех, у кого аллергия на цветы. Дашенька, хотелось бы еще раз вернуться к теме цветов, подсуммировать, какие цветы сейчас наиболее актуальны в сезон осень? Наверное, самое актуальное это будет хризантема, потому что, ну, во-первых, она очень тоже многогранна, она может быть выглядеть вот как обыкновенная ромашечка, многие ее называют ромашечкой, точно так же может быть цветочек набитый, плотненький. Может быть, пушистый. Может быть, крупная. Может быть, растрепанная, как георгина. Она замечательно стоит. Очень, очень долго держится в букете, будет радовать. И это пожелание долголетия, здоровья. Можно подарить как мужчинам, так и женщинам. Считается цветок универсальный. Очень красиво делать маленький детский букетик. Ну, я очень люблю георгины. Почему-то, я же говорю, очень многие предвзято к ним относятся, но если она органично смотрится в букете, это очень красиво. К сожалению, ее сейчас очень мало выращивают. Вот. И, как по мне, я очень люблю яркие букеты, что-то такое необычное, и для того, чтобы удивить людей. И поэтому я бы все синие цветы собирала вместе, чтобы люди не думали, приходят, мне нужны хризантемы, потому что этот цветок долго стоит, и люди, ну, не все, ну, не все много знают о цветах. Ну, вообще, на данный момент, конечно, более популярна хризантема.
к сожалению, хотя вокруг очень много всего интересного. Ну что ж, можно подсуммировать, что для осеннего букета, во-первых, главное это многогранность цвета. Да. Многогранность всех цветов, которые мы можем собрать. Это душистый запах, который непередаваемый, и он характерен только осеннему сезону. Самое главное, это символ, который каждый сакральный символ, каждый цветочек несет в себе. Спасибо вам, Наташенька, что сегодня пришли и рассказали нам, как с помощью цветов можно принести радость и действительно еще какое-то тепло в наши уже холодные и серые дома. Нагадываю нашим телеглядачам, что сегодня до нашей студии завитала Наталья Лисковська, флорист.